уровня моих глаз. Вот, и таким образом это работа на высоте. А если это работа на высоте, то я уже должен каким-то образом страховаться. Учебный центр «Технопрогресс» проводит выездное дополнительное обучение «Безопасные методы и приемы работ на высоте» для сотрудников компаний «Камацу СНГ» и «СТК». Программа включает теоретическую и практическую части. В теорию входят работы общей безопасности работ на высоте, методы страховки, выявление рисков при эксплуатации машин. Специфика работ каждого предприятия требует детального изучения и дополнительной подготовки преподавателя. Основная сложность как раз работы на экскаваторах, либо на тракторах – это их небольшая высота. То есть даже если человек поднимается на данный экскаватор, даже если он пристегнется, есть шанс того, что это снаряжение не сработает, потому что человек остановится на земле раньше, чем сработает вся система. Для таких случаев необходимо предусмотреть другой способ страховки. На практике все возможные варианты рисков на производстве были отработаны со слушателями. Разобраны реальные ситуации. Подъем на гусеницу, в кабину на высоте, работа со стрелой экскаватора. Основная опасность – это невнимательность. Малейшая ошибка, отступ и получение травмы. Курс, конечно, был полезен, то есть было общее представление разграничения ответственности и определения, в общем-то, действий при работах с высотой. У техники КАМАЗу довольно широкий спектр использования в горнодобывающей, строительной промышленности, ландшафтных работах, для рытья котлованов, траншей. Сегодня я узнал много нового с точки зрения безопасности выполнения работ на высоте, что так или иначе можно включить в свою деятельность, включить в проверку на местах. Очень продуктивный, полезный тренинг, я считаю, очень многому научилась. Буду лично применять на практике, то есть при посещении мест эксплуатации техники КАМАЦУ, и также постараюсь применить эти практики при обучении своих подчиненных. По окончании курса представитель группы компании «Технопрогресс» провел проверку знаний, по итогам которой все слушатели успешно прошли тестирование. Организации получили выписку из протокола, а сотрудники – удостоверение о проверке знаний и личную книжку учета с пожеланием безопасной работы на высоте.